Новый год – сказочная пора, время, когда и дети, и взрослые верят в волшебство. В этом и есть прелесть новогодней ночи, когда в воздухе царит сказка и сбываются самые заветные желания. Приглашаем вас в сказочное путешествие, друзья. Ну что, готовы? Тогда в путь! Среди задумчивых лесов, среди мерцающих снегов, среди деревьев дом стоит. В его окошках свет горит, волшебник добрый в нем живет. И просим мы под Новый год, чтобы он подарки нам принес. Кто это, знаешь? Дед Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, красавица! Добро пожаловать ко мне в избушку. На улице мороз и вьюга, а у меня тепло и уютно. Спасибо, Дедушка Мороз! Все ли у тебя готово к празднику? Да, дедушка, у меня все готово. Но я хотела бы попросить тебя о маленьком чуде. Мог бы ты сделать так, чтобы я увидела сейчас моих друзей и подруг? Мне очень хочется посмотреть, как они приготовились к празднику. Просьбу твою исполню. Сейчас садимся в волшебные сани и отправляемся в полет. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас с далекого города Хабаровска. Меня зовут Александра Крюкова. Я очень рада поздравить вас всех с наступающим новым 2015 годом. Пусть каждый год мы подводим итог. И очень хочется знать от чего-то, сколько пройдено в прошлом дорог, где случились падения и взлеты. Оглянувшись на пройденный путь, завершив пересмотр разных дел, в наступившем году не забудь делать то, что еще не успел. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Стройте планы и будете счастливы! До свидания! До новых встреч! Пока-пока! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует город Волгоград и я, Татьяна Нуртанаева. В преддверии Нового года я хотела бы поздравить всех своих знакомых, друзей, коллег, партнеров по бизнесу и Международный центр развития интернет-бизнеса компании RealSoft. Я хотела бы пожелать всем всего самого наилучшего, успехов в новом году, побед! Новый год наступит скоро, много принеся идей. Поздравляю вас, партнеры, и желаю лучших дней. Пусть прочнее наши связи станут в будущем году, и любые из фантазий тон свой жизни зададут. Пусть растет успешно бизнес и в морозы, и в метель, невзирая на капризы, умножая наш портфель. Всего вам доброго в новом году! Привет!
Я не могу ничего. С города Хабаровска, с Дальнего Востока. Я всех приветствую и поздравляю с наступающим 2015 годом. Я закончила школу международную, и у меня очень много друзей. И я хочу всех друзей поздравить с наступающим 2015 годом. Желаю счастья, мира, успеха в труде и всего-всего-всего самого хорошего, самого... Я счастлива, что у меня такой куратор Александра Крюкова. Я счастлива, что такие друзья у меня сейчас в окружении. Я благодарю Наталью Козлову, я благодарю Мариночку Попейчук, я благодарю всю администрацию нашей школы. Огромное вам спасибо. Друзья, я приветствую вас с новогоднего города Лида, Беларусь. Хочу поздравить всех своих друзей, всех своих знакомых и коллег по работе и по бизнесу с наступающим Новым годом. Я желаю, дорогие друзья, в новом году быть здоровым, успешным, радостным, много настроения. Дорогие коллеги по бизнесу, в новом году наконец-то я желаю вам заработать свой миллион. Как это сделать? Приходите к нам на новогодний корпоратив. Там будет очень много подарков. С Новым годом! Привет из новогоднего Витебска. Этот город считается культурной столицей Беларуси. Каждый год у нас проходит фестиваль эстрадной песни «Славянский базар». Приезжают очень много гостей из разных стран, и вы, конечно, приезжаете. В канун Нового года я хочу вам пожелать, пусть Новый год будет щедрым для вас и не скупиться на счастье и здоровье. Пусть звезды зажигаются в срок, и желания исполняются так же легко и грациозно, как взмах крыла бабочки. Пусть новый 2015 год закружит вас в вихре перемен к лучшему. Счастья вам всем и здоровья! Всем привет из Братска! Уважаемые коллеги, друзья! С Новым годом, с Рождеством! Пахнет елью, пирогом, теплоту в сердца несет, ангел с неба в дом придет. Принесет он пусть надежду и избавит от невзгод, радость, мир, добро и веру, благодать с небес пошлет. Всем удачи! Здравствуйте, друзья! Вас приветствует город Воткинск и я, Надежда Котенко. Время чудес приближается к городу. Снежный декабрь застыл в ожидании. Сказочный дед улыбается в городу. Тройка молений диктует задание. Вы довезите до всех, что заказано. Деньги, любовь, море счастья и радости. Тонны открытых душевными фразами. Детям игрушки. Мультфильмы и сладости. Пусть в каждом доме найдется под елкою то, от чего сердце дрогнет мечтательно. Небо искрится снежинками колкими. Счастье нам Бог принесет обязательно. С Новым годом, друзья! Thank you.
я, Любовь Ухарева, передаю привет из новогоднего города Воткинска. Желаю всем партнерам школы Royal School «Секреты интернет-бизнеса», всем ученикам и выпускникам этой школы и всем людям крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой. Очень добрым и очень хорошим станет пусть наступающий год. Будет лучше, удачнее, чем прошлый. Много счастья пускай принесет. С Новым годом! Здравствуйте, друзья! Приветствую вас из Баварии, самой красивой земли Германии. Посмотрите, где каждый уголок может стать иллюстрацией к сказкам братьев Гримм. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Желаю вам удачи, успеха, всего самого-самого лучшего вам и вашим семьям. Пусть исполнятся все ваши желания, пусть волшебная новогодняя ночь будет самой прекрасной, самой замечательной, самой незабываемой в вашей жизни. Пусть все исполнится. И самое главное, верьте в себя, и все получится. Ну как тебе путешествие? Не устала? Нет, дедушка, не устала. Мне все очень-очень понравилось. Но у меня есть к тебе еще одна просьба. Ты такой добрый, ты такой волшебный. Сделай, пожалуйста, нам теперь всем подарки. Вот всем-всем, кого мы сегодня с тобой посетили. Можешь? Подарки сделать? Ну хорошо. Я настоящий Дед Мороз. Я вам известие принес, что Новый год уже в дороге и скоро будет на пороге. Вы чудо ждете? Чудо будет! Ведь Дед Мороз не позабудет, подарок каждому положен, заботливо в мешок уложен, завязан, упакован ярко. Ведь каждый ждет сейчас подарка. Чудес и сказок январю. И это все я вам дарю. Thank you.
Ну все, теперь пора в обратную дорогу. Поехали!